как выбиралось в этот знаменательный день для вас? Тяжело. Все, что могу сказать. Но приятно забить, наверное, все-таки в день рождения, хотя и несколько курьезно. Ну, что? Нам главное забивать командой. Кто забил, без разницы, победа самая главная. Три шайбы от Никулина залетело, у меня тоже день рождения. То есть, получается, трое сразу. Надо указать, как он забивает. А все-таки вот, ну, тяжело. Я думаю, вы не первый раз играете уже в такой день. Ну, выходить, настраиваться, когда праздник, все поздравляют, наверное. Вас часто с утра уже многие поздравляют? Ну, конечно, много сообщений получил, звонков. Ну, стараешься не думать об этом, потому что больше внимания обращаешь уже на игровые детали. Мне два раза пришлось отбиваться после матча штрафов. Ну, первый раз там скостился, как вот это ключевые моменты, да, что выстояли в эти. Ну, в любом случае, да. Потому что все. Нужно было не пропустить, чтобы выиграть, особенно последние 5 минутки. В одной тройке день рождения у Шпачева, у вас, может быть, еще одного, у кого 12 марта день рождения добавить? Никулина. Гусю переделаем на 12. В том году много решало большинство в этой серии. Динамо изменило как-то схему? Противоядие нашло против вас или не заметили? Так же играет, как в том году? Я не знаю. Сложно сказать. Наверное, они что-то ищут, и мы что-то ищем, как с ними, как им забивать. Они ищут, как обороняться, я не знаю. Вот то, что два раза удалили до конца игроков СКА, наверное, ответ тем, кто говорит, что судьи симпатизируют СКА. Я про судью ничего не буду говорить. Спасибо большое.